Субботник посреди рабочей недели устроили работники управляющей компании ЖКХ в городе Видное у дома номер 66 на проспекте Ленинского комсомола. И вот за пару часов замусоренная территория, разделяющая двор дома и Тимоховский овраг, превратилась в чистую площадку. Подробности в нашем следующем сюжете. Десяток рабочих, два мини-погрузчика и постепенно территорию, которую можно назвать запасным мусоросборником жителей 66-го дома, начала освобождаться от хлама. Мусорные пакеты, пищевые и бытовые отходы – все это накопилось здесь, видимо, не за один сезон. Здесь вот там внизу все это надо подровнять. Давно не убирались. А вообще субботники проводятся у вас здесь? Жить раньше были. Нет, жить раньше было, а сейчас как-то это уже нет. Ушло в прошлое. Да, ушло в прошлое. Сами жильцы не уважают никого. Если бы они немножечко вот это присматривали, вот стоит здесь веточку две положить, они выносят мешки с мусором, а потом обижаются. Вот у нас свалки под окнами. А кто их делает, эти свалки, если вот так задать вопрос? Данная территория принадлежит городскому поселению, но в контракты по содержанию города Видное она не входит. А потому управляющая компания выступила с инициативой навести здесь порядок. Водитель погрузчика Вячеслав Берякин работает с энтузиазмом, считая, что навести порядок к зиме необходимо во всем городе. Все выскребаем, все выметаем, работаем честно, добросовестно. Так что... город чистый. Заодно рабочие провели опиливание деревьев и поросли. Заметно, что эта работа здесь тоже давно не проводилась. В планах управляющей компании в следующем году благоустроить дворовую территорию дома 66. Я думаю, что лето следующего года будет обозначено тем, что здесь в группе этих домов будет выполнено комплексное благоустройство этих дворовых территорий, ну и будет уже немножко другой вид. Здесь появятся детская и спортивная площадки, обновят асфальтовое покрытие дороги и тротуара, расширят парковочные места. Станет красивее и уютнее. Правда, то, как будет выглядеть двор, и от самих жителей зависит немало. Хотелось бы обратиться к видновчанам, бережно относиться к территориям города Видного, не сорить. Сегодня достаточное количество и урн, и контейнерных площадок, куда можно снести мусор. И соответствующая организация, которая занимается утилизацией, свезет это все на полигоны твердых бытовых отходов. Татьяна Брылова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.